Хочешь сам угадать, какой Бейблейд будет следующим на обзоре? Тогда ставь лайк, подписывайся и погнали! Привет! Ты на канале Team Vintage! По вашим просьбам я сегодня устрою турнир для Фафнира 4. Но прежде я хочу вам предложить поучаствовать в квесте. Вы должны отгадать, какой Бейблейд будет следующим на обзоре. А если это видео наберет 2000 лайков, то я его разыграю. А теперь к правилам. Это соперники Фафнира. Под каждым соперником лежит записка с подсказкой. Сейчас я выбираю любой Бейблейд для турнира, а потом показываю вам подсказку. Итак, каждый Бейблейд будет вести нас к разгадке. Ну что, Тимофей, ты готов к турниру? Да. Ты играешь Фафниром или 5 соперниками? Я играю Фафниром. Хорошо, тогда выбирай соперника. Соперник будет Ахиллес. Отлично. Давай поднимем ту записку, которая лежит под Ахиллесом, и прочитаем ее. Итак, у нас в первой записке подсказка, что новый Бейблейд имеет систему слоев Чозет. А пока к турниру. Фафнир против Ахиллеса. И я играю Ахиллесом. 3, 2, 1, вперед! Ого, Ахиллес сразу атакует, смотри. Хорошая такая атака. Посмотри, насколько меньше Ахиллес, чем Фафнир. Да. Посмотрим, кто же кого. Давай, Фафнир, выиграй, выиграй, давай. Ну, я не знаю, может, еще и Ахиллес выиграет. Смотри, Ахиллес буквально на несколько секунд. Так что, победа моя. И следующим соперником я выбираю Спрайзена. Отлично. Давай теперь посмотрим, что же написано в записке. В названии нового Бейблейда есть английская буква «Р». Ну, список начинает сужаться. Немного Бейблейдов с буквой «Р». 3, 2, 1, вперед! И пока ребята думают и пишут комментарии, у нас здесь, смотри, какой бой идет. На скоростях. Так, кто же кого? Я не поняла, Фафнир опять виляет. И Спрайзен на несколько секунд все равно выигрывает его. Ну, ничего себе. Пока 2-0, но не в пользу Фафнира. И следующим выбираю Вальтрека 5-го. Посмотрим, что там за записочка. У его хозяина сине-голубые волосы. Ребята, кто же это? Вы уже догадались? Пишите в комментариях. А у нас Волтрек 5 против Фафнира 4. 3, 2, 1, вперед! Начинает с атак. И посмотрим, как же они ему помогут. Кто сейчас сдастся. И сдается Волтрек 5. У нас осталось всего 2 соперника и 2 подсказки. Я выбираю Регулуса. А в подсказке написано, что у него самый необычный наконечник. 3, 2, 1, вперед! Так, Регулус только что чуть не вылетел, мне показалось, да, с арены. Но сейчас мы увидим, кто же будет победителем. Фафнир не сдается, но и Регулус не сдает позиции. Посмотрим. И смотри, Фафнир выиграл 2-2 уже. И у нас остается как Найт. Так, что в записке?
первый раз этот Бейблейд был показан в 3-м сезоне и 33-й серии. Ну что, Тимофей, как ты думаешь, ребята уже догадались, кто это? Наверное. Ну а пока ребята пишут комментарии, у нас еще один бой. И мы теперь посмотрим, кто же будет победителем. Фафнир или 5 соперников. Счет пока есть? 2-2. 3-2-1. Ого! Сразу такие атаки пошли. Посмотрим. Карнайт тоже очень устойчивый Бейблейд. Да. У них практически даже наконечники одинаковые. Да, только у него оранжевый, а у него красный. Угу, посмотрим. Зато вокруг все тоже. Тоже, кто же сейчас сдастся? Карнайт сдался. И победитель у нас Фафнир. А пока розыгрыш на Аматериуса. Итак, друзья, сегодня мы разыгрываем Аматериуса. Тимофей, поехали. Сейчас программа будет собирать ваши комментарии, а мы напомним правила. Победитель должен быть другом нашего канала, и подписки у него должны быть... открыты. Вот именно. Смотрим, кто же это. Майнкрафт ТВ бой. И Николы не участвовал. Ты никогда не участвовал, но вот сейчас ты участвуешь, и ты можешь стать победителем. А подписки у тебя открыты. Поэтому поздравляем. С первого раза мы нашли победителя. Ребята, а сейчас мы объявим новый конкурс. Я объявляю новый конкурс на Кербиуса. Условия вы знаете. Вы должны быть подписанным на наш канал. Подписки должны быть открыты. И должен быть внизу оставлен комментарий. Я участвую. А теперь приветики. Лев Хабибулин, привет! Волк Аой, привет! Петр Петров, привет! Шукуринай Бейблейд, привет! Валя Васильевна, привет! Артем Павлов, здорово! Влад Джей, привет! Игрушки и игры, привет! Валикс Дар, здорово! Супер Саша Бейблейд, привет! Саня Прохро, здорово! Дэн Шуго, привет! Влад